Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу показать вам, как вы, наверное, уже поняли из названия видео, то, что я навышивала за июль месяц. Несмотря на то, что сегодня уже 8 августа, я снимаю это видео, в промежуток с 1 по 7 августа я вообще ничего не вышивала, то есть вообще за вышивку даже не бралась. Так что все, что я вам буду показывать, это все за июль. Итак, начну с готовых работ. В июле месяце у меня было две законченные работы. Первое, что я хочу вам показать, это вы уже видели, наверное, в предыдущем видео, моя готовая работа по дизайну Dimensions. Называется она «В полудреме». Такая вот великолепная собачка, вышивается она на парусине. Более подробно вы могли видеть в предыдущем видео, поэтому не буду более подробно останавливаться на нем. Вторая моя законченная работа в этом месяце — это работа по схеме Полины Тарусовой. Называется она «Маленький принц». Я тоже снимала по нему отдельное видео. Сейчас этой работы у меня уже нет, поэтому я вставляю вам картиночку. Так она выглядит. Она началась и закончилась у меня в июле месяце. Работа была очень легкой, очень простой. Тоже оставлю вам ссылочку в инфобоксе на видео с этой готовой работой. Там тоже все подробненько рассказано. И покажу вам сейчас, что я еще вышила. Вы знаете то, что я вышиваю сову, подушку сова от Панны. На данный момент у меня уже вышита половина работы. Вот так выглядит моя совушка на данный момент. Вышита половина, и вот здесь уже пошло немножко на крылышко. Вышивается достаточно легко, несмотря на то, что часто смена цветов и короткие ниточки у фирмы Панна, короткая нарезка. Несмотря на это, сова шьется легко. Сова шьется интересно, мне безумно нравятся эти глазки. Канва немножко светит, несмотря на то, что вышивается в три нитки, здесь канва 11 каунта. За счет этого подушечка будет большой, несмотря на то, что вышивать как бы не особо и много. Вот такая вот совушка. И покажу вам еще один мой начатый процесс за этот месяц. Я вам говорила то, что я собираюсь начинать эту работу. Это схема, авторская схема мастерской эльфов. Называется она «Остановка Тоттера». Здесь будет девушка-кролик и звездный волк. Картиночку я вам тоже сейчас вставлю, того, что должно получиться. Здесь сейчас у меня вышит ровно один лист, почти ровно, вот здесь снизу чуть-чуть осталось зеленым цветом, вот этим ярко-зеленым, и вот здесь тоже чуть-чуть уголочек. Но я эти уголочки буду делать уже, когда буду вышивать второй лист и четвертый. Это 1/6 работы, и ушло у меня на вот этот участок ровно 3 дня. Можно посмотреть поближе. Вышивается вот на данном этапе очень легко, так как здесь полукрест, и крестик только вот этот знак синий, зеленый, серый, какой он, и зонтик, это тоже крестик. Причем знак это крестик в одну нитку, зонтик, крестик в две нитки. Схема достаточно простая, интересная. Будет интересно посмотреть, что же получится из всего этого. И единственное, что я не вышивала из моих начатых работ в июле месяце, это большой энтерпрайз. Я не буду вам его показывать, потому что там продвижения почти никакого нет, там буквально, может быть, крестиков 20 увеличилось. Вот. На самом деле, вот сейчас в июле были вот эти два заказа на сову и на маленького принца, поэтому энтерпрайз немножко отошел на другой план. Сейчас основной мой процесс — это совушка, и как отдыхалочку я использую вот этого кролика, остановку Тоттера. Да, кстати, вышиваю я остановку Тоттера на 16-й канве. Ниточки у меня хранятся вот в такой коробочке. Ниточками я вышиваю в основном СХС, и только цвета, вот которых очень много, я вышиваю фирмы DMC.
А вот у меня эти ниточки, как раз ДМС, можете посмотреть. Это те цвета, которых используются по одному полному мотку или больше. Так как из ХС у меня вот эти ниточки, вот эти два цвета уже были начаты, и в любом случае его бы не хватило. Вот они у меня перемотаны. Я перематываю, как правило, на бобинке с AliExpress. Вот такие они обычные пластиковые бобиночки. И храню их в коробочке, которую можно купить в фикс-прайсе. Мне чем эти коробочки нравятся? Во-первых, в них очень удобно помещаются бобинки по размеру. Вот они вообще не выглядывают, то есть крышка сверху прекрасно одевается. И что еще очень удобно, эти коробочки одеваются друг на друга. Можно как такой мини-комодик сделать, только не выдвигающиеся ящички, а такого вот плана, то есть одну коробочку снял, достал, другую прицепил. Это очень удобно, и мне очень это нравится. Вот. Еще раз повторюсь, я вышиваю на 16-й канве. Это белого цвета от фирмы Gamma. Канву я, как правило, постирала перед вышивкой, поэтому она теперь у меня такая мягенькая, хорошая. Следы от пальцев остались. Вот. Вышиваю я своими иглами 28 размера от фирмы РТО. Вышивальные, мне они очень нравятся, мои самые любимые иголочки. Ну а пока на этом все, я с вами прощаюсь, следите за моими видео, всем пока!